Ты найдешь способ вернуться домой. Перспектива в кинотеатрах в ноябре. «27-42» запрашивает расстыковку. Я здесь ради жатвы. У меня есть координаты залежей Арилак. Логово королевы. По моим расчетам, это самые большие залежи из когда-либо обнаруженных. Кто-то приближается. Откуда ты? Из ниоткуда. Поэтично. Логово королевы. Где оно? Бросай! А вот такого я еще не видел. За все время, что я здесь, маленькая девочка. От режиссеров Зика Эрла и Кристофера Колдуэлла. Мы в одной упряжке, ты и я. У тебя нет корабля? Нет. Но ты найдешь способ вернуться домой, если разыщешь эти сокровища. С чего мне доверять тебе? Ты убийца. Я-то убийца. А ты? Я могу предложить защиту. Можем разорить логово королевы вместе. Добыча пополам? Конечно. Я получил ранение. Надеялся, что у вас есть немного сока. Вот наше предложение. Я не понимаю. За девчонку. Это смелое предложение. В диких условиях. Придется мне довериться. Их единственная надежда. Пытаешься меня провести? Друг в друге. Это все инстинкт самосохранения, птичка. Совершенно ничего личного. Педро Паскаль. Софи Тэтчер. Джей Дюплес. Перспектива. В кинотеатрах в ноябре 2018-го.